Здравствуйте, это канал mskminer.com, видео о программе для самостоятельного апгрейда ASIC-ов. Мы добавили функцию поддержки контрольных плат с процессором Civitec, а также онлайн-монитор сети. Для начала нам нужно нажать на плюс и добавить IP-range вашей подсети. В нашем случае это нулевая подсеть. Прописываем от 0 по 255. После добавления нажимаем Save. Подсеть появляется в окне слева, выбираем ее чекбоксом. Далее нажимаем Scan Network. В этом случае программа сканирует выбранную сеть один раз, и мы находим все устройства, которые сейчас поддерживаются. Сканирование завершено. Мы видим список оборудования онлайн, а также модель устройства и модель контрольной платы на нем. Новая функция «Монитор», она постоянно сканирует вашу сеть. При выборе этого чекбокса будут циклично обновляться все данные, которые доступны сейчас для отображения. Время обновления данных составляет 20 секунд. Далее рассмотрим Civitec монитор. В этом случае мы будем мониторить только устройства с контрольными платами Civitec. Если наше приложение запущено внутри вашей сети, то оно находит только устройство с контрольной платой Civitec, и если на вашем ASIC-е уже стояла наша прошивка, то программа восстановит ее автоматически. Так как из-за специфики контрольной платы, после ребута возвращается сток. И функция Civitec Auto Install находит и прошивает все новые ASIC-е с контрольной платой Civitec, на которых ранее прошивки не было. Проверим, как работает наша прошивка. Это устройство сейчас работает на стоковой прошивке. Так как на устройстве ранее не стояла наша прошивка, монитор ее не восстановил. Установим прошивку. Возвращаемся в нашу программу. Выбираем устройство и нажимаем кнопку Update. Прошивка с помощью стандартного способа закончилась. Пройдем по адресу устройства. Как видите, все отлично работает. Если ваше устройство по какой-то причине перезагрузится, то оно вернется на стоковую прошивку. И для того, чтобы наша прошивка автоматически восстановилась, нужно активировать функцию «Монитор Civitec». Как мы видим на этом примере. Спасибо за внимание, до скорой встречи на нашем канале, в следующих видео подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам в телеграм-канал технической поддержки или комментарии под видео.